Broex – сервис для покупки, продажи и управления портфелем криптовалют для всех. Действительно, для всех, потому что проще и понятнее сервис я еще не встречал. Быстрые обмены, безопасность, удобство, комиссии не более 1%, что в принципе очень неплохо даже. Значит, сейчас мы находимся на главной страничке сайта, здесь ничего интересного, в принципе, для доступа к кабинету нам нужно зарегистрироваться здесь, но также вы можете совершать покупку и продажу криптовалюты без регистрации вот в таком виджете, где все легко и понятно. Выбирайте, какая валюта у вас есть и какую хотите получить. Значит, пройдя регистрацию по ссылке в описании, активировав регистрацию через почту e-mail. Ну, в принципе, я вам рассказываю такие очевидные вещи, хотя здесь все на русском, как видите, все действительно очень просто и понятно. Никаких сложностей, уверен, не возникнет ни у кого. Значит, вот так выглядит кабинет. Видите здесь, с какими валютами работает данная площадка. Их достаточно много. Они основные и не только. Есть здесь, что самое интересное, у нас рубль. Вот он. И поддерживает эта площадка Kiwi или банковские переводы Visa, MasterCard и даже карты Мир. Соответственно, выбирайте здесь, что хотите сделать, купить или продать, и выбирайте пару обмена. Также у нас присутствует партнерская программа, пока это все в виде виджета, но процент комиссии здесь очень высокий. Далее, думаю, будут уже и реферальные ссылки, поэтому отслеживайте этот разделчик, если хотите зарабатывать на партнерах. У нас есть социальные сети. Это Telegram. Очень интересные темы я глянул и советую всем. Ну, правда, прикольно. Здесь и новостные темы, и обучающие для новичков, и не только. Ну, интересный каналчик, советую подписаться. Также у нас есть ВКонтакте группа, ну, соответственно, можете здесь пообщаться в комментариях, все то же самое. Facebook и Twitter. Вот так вот, я уже везде подписался и рекомендую вам. Ну, собственно, есть тут еще пользовательское соглашение и политика персональных данных. Это два документа, в которых вы узнаете, что данная компания обязуется перед вами совершать обмены, помогать в чем-либо. И некоторые права здесь описаны, все четко и грамотно составлено, прочитал я его все это и не нашел ничего плохого, а только одни плюсы. Очень грамотно составлено, вообще красавцы, молодцы, Broex. Вот такой видосик, все ссылочки и какие-то подробности у нас будут в описании. Ознакомьтесь, не совершайте обмены.